Если застройщик не приходит, а переселять надо, власти Сургутского района нашли решение жилищного вопроса. Жители 5 поселков, где сейчас не возводят дома, смогут переехать в новое жилье в другие населенные пункты района. Речь идет о жителях Тундрина, Лямина, Сытомина, Ультьягуна и Локосова. Здесь переселение из аварийного жилфонда ожидают около 400 семей. Им будут предлагать переехать в новые квартиры в Белый Яр, Солнечный, Лянторы и Федоровский. К слову, в 3 последних населенных пунктах сейчас строят капитальные многоквартирные дома. В этом году администрация Сургутского района планирует закупить у застройщиков 486 квартир. На эти цели выделили более 1 миллиарда рублей. Начать расселять аварийные дома таким образом планируют уже со следующего года.